Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик, и сегодня я бы хотел с вами поговорить об экране блокировки, которому можно присвоить ярлычок «Лучший экран блокировки для андроидов версии 4 с плюсом» и для тех, у кого нету уведомлений на экране блокировки, то есть встроенных в прошивку, как это в Android 5 и выше. Называется это High Locker. И чем он примечателен? Во-первых, тем, что он бесплатно распространяется в Google Play, ссылка будет в описании под видео, обязательно ставьте, устанавливайте, и я более чем уверен, что он вам понравится. Простота, минимальные требования ресурсов, установка в принципе типичная, устанавливайте, приложение запрашивает у вас доступ к уведомлениям приложений и просит убрать стандартный экран блокировки, ну это в принципе стандартно. Далее настраиваете безопасность, дальше настраиваете, что дальше что-то вроде Google Now, только на экране блокировки. Дальше вы выбираете, насколько вам показывает, то есть события, новости, погода и так далее, это все настраивается. Выбирается стиль разблокировки, здесь их несколько. Стиль часов, их тут тоже огромное количество. Настроек просто реально огромное количество, и каждый из вас может найти что-то для себя. Настраиваются шрифты, настраивается абсолютно все, и примечательно то, что не нужно ничего дополнительно скачивать или устанавливать. Все шрифты сразу встроены в этот локер, все темы установлены, все эффекты сразу установлены, ничего докупать не нужно, никакой рекламы, просто приложение огонь. Разработчики App Plus Mobi сделали действительно лучший экран блокировки для Android 4.0 и выше. Да, в принципе, может быть, и кому-то на пятерке тоже надоело все, поэтому тоже пользуются локерами. То есть здесь все настраивается. Обои, можно ставить свои, можно скачивать с интернета. Есть парочка, ну, в принципе, скучных, но тем не менее тоже встроенных в сам локер. Погода, ярлыки, дополнительные приложения можно вывести на экран. Можно сделать эффект обоев и прочее. В общем, огромное количество интересных плюшек. При этом приложение очень оптимизировано. Не ест ни оперативки, ничего вообще, и работает как часы. Выглядит очень симпатично, в моем случае это закос под Android 5, то есть вы видите, да, разблокировка, телефон, камера, вводим пин, все работает очень быстро, все как нужно и просто, не знаю, слов нет, крайне рекомендую. В принципе, на этом можно закругляться, показал, как оно выглядит, все рассказал. Теперь дело за вами, кому понравилось, пробуйте, ставьте и пишите комментарии, может быть, вы нашли какие-то баги, может быть, у вас есть какие-то интересные идеи, или вы знаете какой-нибудь экран блокировки, о котором я еще не знаю или не видел. Обязательно пишите, мне будет интересно почитать. В принципе, все социалочки в описании под видео, можете писать туда, задавать вопросы. До новых роликов, пока-пока.